но занимайтесь спортом и будьте здоровы. Можно упорно тренироваться, воспитывать волю к победе и стремиться к покорению новых вершин, но если качество спортивных снарядов оставляет желать лучшего, учеба будет продвигаться сложнее, а потому главный подарок для секции волейбола – хорошие мячи. Не так давно ко мне обратился Авдеев Григорий, начальник тир-отдела Володарского, предложил мне помочь данной школе. В чем я сразу согласился и решил купить. Несмотря на то, что секция в Володарской школе существует только 6 лет, ее воспитанники нередко становятся победителями в различных соревнованиях. Например, в прошлом году команда Володарской школы участвовала в окружной спартакиаде и в волейбольных баталиях заняла первое место. Спасибо нам оказывают, скажем, спонсорскую помощь. Профессиональные мячи, как я видел, еще предварительно покупили нам. Это очень, как бы... существенный шаг для развития волейбола в частности. 11-классница Мелания Иванькова, как и многие ее подруги по команде, занимается волейболом 3 года. За это время принимала участие в разных соревнованиях. По ее мнению, тренировка с качественным мячом намного продуктивнее. Раньше были хуже мячи, а сейчас благодаря спонсорам мы намного лучше, опять же, чувствуем мячи и играем чаще. Лучше качество мяча, тем лучше, получается, ты будешь сам играть. И лучше, ну, можно научиться чему-то больше. Будем надеяться, что в скором времени мы услышим о новых победах волейболистов Володарской школы. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.